синем углу клетки, боец. Ему 23 года, рост 188 сантиметров, вес 83 килограмма 300 граммов. Чемпион Краснодарского края по ММА. Профессиональный рекорд бойца. 3 боя, 2 победы и 1 поражение. Из города Новороссийск, Россия. Амар Хусейн Анвар. А в красном углу клетки его соперник. Бойцу 24 года, рост 189 сантиметров, вес 83 килограмма 750 граммов. Чемпион Ростовской области по ММА. Профессиональный рекорд бойца. 1 бой и 1 поражение. Из города Ростов-на-Дону, Россия. Артем Кузьмин. Рефери в клетке Ашот Ашигян. На середину. Внимательно, после команды стоп не работает. Все действия по правилам все знаете. Пожали руки. Удачи по углам. Итак, 4-й бой нашего турнира. Турнира, организованного Prime. Первый. Битва на Кубани. От тех крепостей. Артем Кузьмин, мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Ростовской области по ММА. Представляет город Ростов-на-Дону. И Амар Хусейн, чемпион Краснодарского края по ММА, представляющий город Новороссийск. С рекордом 2-1. Отличный бросок, очень характерный как раз для классической, то бишь греко-римской борьбы от Артема Кузьмина. Действительно показывает свое мастерство. Однако не решается пока закрепить позицию. Или пробовал ее улучшить, обойти ноги, но также, соответственно, упал обратно в гард. Чем сейчас пытается воспользоваться Амар Хусейн Анвар, готовя рычаг локтя. Пока все контролирует Артем Кузьмин, хотя не чувствуется, что у него действительно большой опыт в грэпплинге. Довольно опасно все-таки отдает руки. Удобнее ему было бы обойти ноги, попробовать занять позицию сбоку. Однако Амар Хусейн пока вроде бы все контролирует и забирает Артема в гард. Секунданты красного угла подсказывают, что надо наносить удары. Ну и, насколько мы знаем, Ашот Ашугяна, это действительно так. Долго залеживаться без действий он не дает. Жесткий лоу-кик от Амара Хусейна. Работа передней рукой, колено. Довольно быстро руками и ногами работает Амар Хусейн Анвар. Чувствуется и тайский клинч. Довольно неплохо знает. От Артема Кузьмина, конечно, ждем очередного. Ух ты, ничего себе! Вот это да! Вот это да! Такой жесткий удар навстречу! Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии под видео.